Всем привет, с вами Прия, и сегодня быстренько я расскажу вам о том, как можно получить зачарованный меч из святыни зачарованного меча. Собственно, в тот момент, когда я стримил террарию, заходило большое количество людей и писало всякие интересные полезности. Один зритель сказал о том, что можно очень легко получить зачарованный меч для крафта зенита. Все, что нам нужно сделать, это создать мир с сидом, который вы видите на экране, также я закину его в описание. Далее мы выбираем мир маленький, сложность эксперт, мир багрянец, кримзон. Создаем мир. После того, как мир создан, мы, само собой, заходим на него. После спавна бежим сразу же налево, и слева нас будет ждать деревце, которое спавнится в виде обычной текстуры. И внизу этого деревца будет святыня зачарованного меча. Как мы знаем, там может упасть разный меч. Возможно, это будет аркалис, возможно, это будет зачарованный меч. То есть тут уже все зависит от вашего везения. Ну, если у нас не получится, то просто карту можно будет пересоздать. Ну, если получится, то все будет идеально. Я вот уже попробовал разочек, и он дропнулся мне. Так что я думаю, и в текущий момент на записи видоса он тоже дропнется. Ну, проверим. Вот оно, это деревце. То есть получается 3400 на запад. Ну, примерно. Спускаемся вниз. Тут будет водичка. То есть ничего такого болезненного-то особо и не имеется. Быстренько спускаемся по платформам. Разрушаем земельку. И разрушаем святыню. Зачарованный меч. Как хорошо то, что он дропнулся во время записи видосика. Вот и все. Быстренько, как и обещал, рассказал. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте о ссылках в описании. Берегите ноги, мойте руки. До скорого.